Вполне возможно, это видео изменит вашу жизнь. Поэтому досмотрите его до конца. Сейчас мы вам дадим информацию, как в наше непростое время зарабатывать деньги. Эта информация никого и ни к чему не обязывает. Если вы заинтересуетесь, мы будем рады вам помочь. Если нет, может быть, эта информация пригодится вашим знакомым. Речь пойдет о сетевом бизнесе. Вероятно, вы много слышали о работе в Oriflame. Но раз вы до сих пор не начали заниматься предпринимательством в этой компании, значит, вам никто не давал информацию, как зарабатывать 50, 100, 200 тысяч рублей, при этом ничего не продавая, а только организовывая процесс. В чем заключается суть бизнеса с компанией Oriflame? 5 вопросов, ответив на которые, вы поймете идею этого бизнеса, и тогда станет все предельно ясно. В чем смысл этого бизнеса? Что нужно делать? Откуда берутся деньги? Кто вам будет помогать в развитии? Что будет в результате? В чем смысл этого бизнеса? Смысл этого бизнеса, как и любого другого, создавать товарооборот. Компания является производителем товаров повседневного спроса. Как создать товарооборот? Вы можете взять каталог и собирать заказы, на этом зарабатывая небольшие деньги. А можете организовать процесс без продаж. Как это сделать? Давайте разберемся, как осуществляется доставка товара от производителя к потребителю. Есть 2 схемы. Традиционная схема поставки и сетевой маркетинг. В традиционном бизнесе товар от производителя к потребителю идет через посредников. Их может быть 2, 3, 5, каждый из них делает определенную наценку. И в итоге товар попадает в розничные магазины, которые также делают наценку. При такой схеме поставки товара наценка на продукцию составляет от 400 до 1000%. А также появляется риск попадания подделки товара на прилавки магазина. Вряд ли у вас есть желание пользоваться некачественной продукцией, которая может нанести вред здоровью. Теперь разберем второй вариант. В этом случае все очень просто. Товар, произведенный на собственных заводах компании, поставляется покупателю напрямую без всяких посредников. Вся продукция выдается в сервисном центре компании или в центрах выдачи товаров. Любой желающий может зарегистрироваться в компании, получить личный кабинет и скидку от 20% на всю продукцию. Это очень удобно и выгодно, а также вы гарантированно защищены от подделок. Но мы с вами говорим о бизнесе и о больших товарооборотах. Так как же организовать его без продаж? У каждого из нас есть знакомые, вокруг нас много незнакомых людей. Среди них есть те, кто так же, как и вы, ищут возможности. Так почему бы не рассказать им об этом? Мы не зовем продавать, мы зовем пользоваться продуктом, потому что один человек не продаст столько, сколько продадут 10, а 10 не продадут столько, сколько 1000 купят сами для себя. Представьте, у вас в организации 1000 человек, и каждый купит для себя по одному шампуню стоимостью 200 рублей. У вас уже товарооборот 200 тысяч рублей. Но ведь шампунем дело не заканчивается, и по статистике в среднем человек тратит на продукцию такого рода около 1000 рублей в месяц. А это уже товарооборот в 1 000 000 рублей. Компании это выгодно, и вам, как организатору, она готова платить в среднем 10%. А так как продукт имеет свойство заканчиваться, создавать товарооборот каждый месяц будет несложно. Возникает вопрос, где взять 1000 человек? Простая математика. Допустим, вы пригласили 2 ваших знакомых, которые так же, как и вы, поняли идею и решили зарабатывать. Как приглашать, мы научим. Каждый из них позвал также по 2 человека. Те, в свою очередь, пригласили также по 2, и следующие пригласили еще по 2 партнера. И в вашей структуре уже 30 партнеров. Вы позвали 2, а в структуре 30 человек. А если вы пригласите на 1 больше, и ваши партнеры сделают то же самое? В итоге в вашей структуре будет уже 120 партнеров. Но ведь наверняка в вашем окружении есть как минимум 5 человек, которые хотят изменений в жизни. И если вы пригласите 5 человек и научите приглашать каждого из них также по 5 и проработаете на 3 поколения в глубину, то в вашей структуре будет уже 780 партнеров. А это уже близко к 1000, так ведь? Каждая покупка вашего партнера засчитывается к вам в товарооборот, с которого вам будут выплачиваться деньги. Заметьте, вы никому ничего не продали, а создали товарооборот для компании, за который вам будут платить. Но основной смысл бизнеса не просто выстроить структуру потребителей, а формировать директорские команды, где ваши люди будут также зарабатывать. Это бизнес не рекрутеров, а бизнес учителей. Нам платят деньги не за работу приглашенных людей, а за работу с ними. С каждой директорской командой первого уровня вы получаете 5% с товарооборота. Что это значит? Это минимум 15 тысяч рублей за каждую группу. А таких групп у вас может быть 2, 6, 12, 24 и так далее. Например, вы научили 6 человек зарабатывать от 30 тысяч рублей. У вас звание бриллиантовый директор. Доход от 200 тысяч рублей в месяц. Суммарное количество премий – 17,5 тысяч долларов. Автомобиль премиум-класса в подарок – 2 поездки за границу каждый год. Откуда берутся деньги на выплату каждому партнеру компании? Компания закладывает в каждую единицу товара 32% на выплату всех бонусов. Она не тратится на рекламу. Мы сами продвигаем товар путем рекомендаций. Кто вам будет помогать в развитии? Помогать вам будет
тот человек, который пригласил вас, а также опытный наставник. Нам выгодно вас обучать. Почему? Зарабатывать здесь хорошо и стабильно можно только в том случае, если в вашей команде зарабатывают люди. Если вы начнете зарабатывать 30 тысяч рублей, человек, который вас пригласил, начнет зарабатывать 15 тысяч. Если вы начнете зарабатывать 100 тысяч, то человек, который вас пригласил, будет дополнительно зарабатывать 50 тысяч. Поэтому вас бесплатно обучат всему необходимому для того, чтобы вы добились здесь высокого результата. С чего начать, как приглашать партнеров в бизнес, как строить структуру, как работать с продуктом, как проводить собеседование, как построена система выплат. Всему этому вы научитесь на вебинарах и в процессе работы со своим спонсором. Что в результате? Очень хороший доход, который зависит только от ваших амбиций. До 4 поездок за границу за счет компании. Автопрограмма уже на уровне директор. Автомобиль от компании на уровне бриллиантового директора. Volvo, BMW, Lexus, Mercedes, Audi. Свободный график работы. Уверенность в завтрашнем дне. Насыщенная, интересная жизнь. Команда друзей-единомышленников. Признание. Саморазвитие. Постоянный личностный рост. Почему Oriflame? Компании Oriflame уже 50 лет. 5 собственных заводов. 2 научно-исследовательских центра, где трудятся более 150 ученых. Компания представлена в 62 странах мира. 1,3 миллиарда евро ежегодный товарооборот. Это очень надежная, стабильная и постоянно развивающаяся компания, которая всегда выполняет свои обязательства. Компания Oriflame заинтересована в постоянном росте и производит продукт, необходимый каждому. Имеет множество патентов и выпускает продукцию, которая не имеет аналогов в мире. Все эти факты говорят о высокой надежности компании. Вы до сих пор сомневаетесь? Миллионы людей не могут ошибаться.